Мы сегодня почему-то вспомнили определение уголка. Что такое уголок? Это миллион разделить на 4. Вот только что на площадке для собак мы играли с собачками, которые стоят четверть миллиона рублей. Но при этом у нас идет разгон тропинника плюс 23 тысячи процентов. Видео. Ну, даже подумайте, вы просто тренировка собак стоит столько же, как разгон тропинника во дворце Крупской. Уголок. Уголок — это четверть миллиона.